45-летняя Виктория Бекхэм стала гостьей шоу «Эллен ДеДженерес». В эфире программы певица приняла необычную позу, чем сильно удивила поклонников. Супруга известного футболиста следит за своей фигурой. Она занимается спортом и уделяет много времени растяжке. Виктория не упускает возможности показать свою гибкость в кадре. В этот раз звезда Spice Girls решила продемонстрировать растяжку в эфире развлекательного шоу «Эллен ДеДженерес». Из положения сидя Виктория подняла свою левую ногу практически до головы. Ведущая шоу попыталась повторить такой же трюк. Звезда отметила, что сын Ромеро попросил ее почаще повторять эту позу. По мнению наследника, это позволит набрать больше подписчиков в микроблог дизайнера. Такую же позу повторила в своем инстаграм звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян, которая отметила на этой фотографии Викторию. «Мы тоже такое можем», — подписала она снимок. Ранее Виктория Бекхэм с юмором заговорила о сексе с самым замечательным мужем. Звезда раскрыла секрет успешного брака. Недавно она рассказала, что супруг крадет ее косметику.